она выглядит смешной и нелепой. Ее часто назначают семейные врачи. Ей пользуются для профилактики, лечения, реабилитации. Об эффекте северной ходьбы поговорим в программе «Звоните доктору». В студии инструктор спортивной школы Мария Яблочная. Программа «Звоните доктору». Смотрите 15 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Доктор ответит на все ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.